На аллее герою из усёй области собрались 200 пионеров и октябрат. 50 из них упершиню дали гонорову клятву пионера. Натхняльные віншаванні дети почули от лидера БРПА, Белорусского дитячего фонда и управления адукации Гомельского облвыконкама. У гонор юбилею для пионеров провели уроки мужности и организовали экскурсии. Также совпало это со слетом, который проходит у нас один раз в 3 года, с отчетно-выборным, где мы подведем итоги, расскажем перспективы на будущее. Главный принцип работы организации – поддержка начинания самих детей. А кроме того, в ближайшие 3 года планируется распрацовать одну систему призначения кандидатур на посаду старшини. До речи, в Гомеле эта посада засталась без кадровых изменений. Старшиней Гомельской областной пионерской организации снова брали Артема Карпенку. Кульминацией урочистых мероприемств стал святочный концерт. Когда за тобой стоят ребята, и ты понимаешь, что ты не один, а более воин, а что нас много, то от этого, наверное, появляется уверенность в завтрашнем дне. Катерина Сапельникова, Дмитрий Радянко, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».